Ассаламу алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу «Бугунь». Следующие полчаса будем говорить с нашими гостями на самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Берите пульт и делайте звук громче. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Країна відзначає День гідності та свободи. Зеленський обіцяє реальні результати розслідування справ Майдану. Судна «Бердянськ», «Нікополь» і «Яникапу» повернулись додому. Президент обіцяє, за 3 місяці будуть на ходу. Скандал навколо судимості «Слуги народу» триває. Голова фракції сказав, що робитимуть із нардепом. Ну что ж, рада представить гостей нашей студии. Петро Охотин, политический консультант, а також Михайло Волонець, народный депутат, фракция «Батьківщина». Вітаю вас. Вітаю вас. Добрый вечер. Нашу беседу мы с вами начнем с такого сообщения. Украина отмечает День достоинства и свободы. 21 ноября – день начала двух майданов. Оранжевой революции 2004 года и революции достоинства 2013-го. Всі ми різні. Народилися в різних містах. Черкаси. Київ. Одеса. Село Карапиші. Дніпро. Київ. Джанкой. Львів. Первомайськ. Капустин'яр. Янгюль. Це в Узбекистані. Медсестра. Військовий. Акторка. Тренер національної збірної. Школярка. Популяризую читання. Режисер. Танцівник. Волонтер. Баскетболіст. Співачка. Телеведучий. Хтось вже досяг вершини. А у когось... Все еще попереду. Ну, все знают, как играть в футбол. А где кто умеет в него играть? Так мы разные. Стать. Вік. Життєвий досвід. Що цінуємо однаково? Свобода. 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 Воля. Свобода. Залишатися самим собою. Свобода. Анна Талінде, лахардетникна. Свобода. Не приховувати своє коріння. Свобода. Не боятися казати правду. Свобода. Самому обирати своє майбутнє. Свобода. Продовжувати боротись навіть у полоні. Свобода. Пишатися кольорами своєї збірної. Свобода. Берегти пам'ять про те, ким ми є. Свобода. Ніколи не втрачати гідності. Єдність. Взаємодопомога. Честь. Мир. Свобода – це не те, що вам можуть дати. Це те, що ніхто ніколи не може забрати. Вільні творити майбутнє. Всі ми. І ти теж. Прошло уже 6 лет событий Майдана. Когда накажут исполнителей, заказчиков? Я, например, тоже задаю себе таким вопрос. А давайте поищем ответы после президента Зеленского, потому что сегодня он поздравил с Днем достоинства и свободы украинцев. Обращение сделал на том месте, где должны построить музей Майдана. Давайте послушаем президента. Миссия, где мы сейчас с вами находимся, появится... Обов'язково з'явиться музей революції гідності. І це дуже важливо. Проте, будемо відверті, для вшанування пам'яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо. І, звичайно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання. Ну, что касается расследования дел Майдана, в эфире АТР бывший начальник спецрасследования Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о перспективах расследования. Давайте его послушаем.
ініціативи дуже погані, на мою думку. Тобто зроблено руками керівництва Генеральної прокуратури за бездіяльності Верховної Ради все для того, щоб справи на сьогоднішній день фактично припинили свої розслідування і не зрозуміло, на який період часу і коли воно буде відновлено повноцінно. Ну вот, действительно, по поводу расследования дел Майдана, какова их перспектива? Сложно сказать. Юрий Луценко, он был вместе с нами на Майдане. Он был генеральным прокурором. И вдруг нет никакого результата. Я не могу ответить на этот вопрос. Я являлся одним из руководителей Майдана, членом Координационного совета Майдана. И то, что нет расследования, и то, что Генеральная прокуратура эти полномочия передает ДБР. ДБР не имеет достаточных кадров. И в конце концов труба заявляет, да подождите, мы там все-таки создаем группу, а там некому заниматься. Потому что те прокуроры, которых освободили от выполнения своих обязанностей в Генеральной прокуратуре, их не перевели в ДБР. Ясности никакой нет. Действительно, ДБР, НАБУ и нацполиция теперь будет заниматься расследованиями дел Майдана. Рассчитываете ли вы на эффективность их работы? Я считаю, что по чуть-чуть мы пришли к тому, что еще к ним несколько фамилий можно смело обвинять в саботаже дел по убийствам на Майдане. Это фамилии Олега Магнитского, это фамилии Яремы, это фамилия Шокина, это фамилия упомянутого нами Юрия Луценко. То есть эти люди, как мне кажется, целеустремленно сделали все возможное, чтобы время расследования очень сильно затянулось. И, к сожалению, будем реалистами, шансы найти виноватых, найти виновных стают все более и более туманными. К тому же я хочу еще напомнить, как только Майдан прошел, кем-то был отдан преступный приказ уничтожить деревья, которые были на Институтской, и таким образом фактически нам сейчас очень сложно найти новые доказательства. И чем больше будет идти времени, тем больше доказательства будут исчезать. Соответственно, я считаю, что по расследованиям убийств на Майдане произошла какая-то сделка или преступный заговор. Для того, чтобы найти консенсус между какими-то средними звеньями спецслужб и силовых органов, и новой властью. Ну, давайте перейдем к следующей теме. Захваченные Россией украинские суда вернулись домой. Президент Зеленский заявил, через 3 месяца будут на ходу. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. А між іншим, паралельно ми готові відремонтувати, поговорили з паном Воронченко, десь 3 місяці і все буде на ходу. В эфире АТР адвокат Николай Полозов рассказал, может ли Украина рассчитывать на компенсацию за разграбленные суда. Необходимо проводить оценку этого ущерба, экспертизу этого ущерба. И впоследствии, конечно же, данные сведения необходимо будет представлять в арбитраж Международного трибунала ООН по морскому праву, который в ходе рассмотрения этого дела в конце концов будет принимать решение о размере компенсации, которую обязана будет выплатить Российская Федерация Украине. И весь тот ущерб, который был причинен этим кораблям, должен в том числе быть в общем объеме суммы компенсации. Ну, вот так сказал Николай Полозов. Я вот что хочу спросить. Действительно, ВМС подтвердили, что наши корабли вернули на материк разграбленными, вплоть до того, что сняли унитазы. Зачем? Нам не дают полную информацию, хотелось бы знать. Там же были повреждения наших кораблей. Да, еще при захвате. При захвате. В этой части Россия не осуществила ремонт, чтобы вскрыть следы вещественных доказательств или нет. А то, что розетки там сняли другие там вещи, и вооружение, и двигатели, и так далее. Украина будет требовать возврата всего того, что россияне там разграбили.
Но самое главное, что корабли выведены из строя. Угу. Они не могут быть поставлены на боевое дежурство. И Россия ставит условия, во-первых, что они не могут и быть поставлены на вооружение. Ну вот смотрите, у нас есть решение Международного трибунала, согласно которому Российская Федерация должна была вернуть нам наших моряков и корабли согласно этому решению. Но корабли нам Россия возвращает вот в рамках якобы своего уголовного производства в виде вещдоков, да, и на какое-то ответственное сохранение. Вот как это понимать? И стоило ли нам тогда вообще эти корабли брать? Но они вернули нам металлолом. И решили, что этот металлолом мы должны сохранить. Так а надо было вот нам вот это вот? Ну, относительно того, что россияне повели себя как мародеры, к сожалению, государство Путина таким государством-мародером и является. Это видно по тому, как оно обращается с имуществом захваченным, как оно обращается с гражданами Крыма, как оно, в конце концов, обмануло граждан Донецкой и Луганской областей, пообещав им блага неземные, а по сути начав войну. К сожалению, этот почерк россияне придумали не сейчас, там, где российские армия, там очень часто были именно мародерства, грабежи, уничтожение территории. Бача Корчелава, украинский блогер, ранее представитель грузинского посольства в Украине, написал недавно интересный пост о том, как он видел, как в свое время грузинам возвращали россияне боевую базу, и там не просто уничтожили все унитазы и розетки, а вплоть до того, что канализационные трубы залили мостостроительным цементом, для того, чтобы просто та армия, которая берет эту базу себе, просто тратила еще больше ресурсов на возобновление. Таким образом, Путин просто фактически показал, что если он что-то отдал, то нам придется больше потратить, чтобы привести это в рабочее состояние. А вот возвращение украинских судов, да, на материк, вот эти заявления Путина, что касается того, что вот он говорил, Зеленский там симпатичный, искренний человек, вот говорится, да, что это все прелюдия к нормандскому формату. Рассчитываете ли вы на эффективность этой встречи в случае, если она состоится 9 декабря? Очевидно, встреча все-таки состоится. Не хотелось бы, чтобы вышло так, что Путин даст игрушку нашему президенту Зеленскому. Ты хотел получить этот формат в Париже? Ты его получил. А какой результат для Украины и будет ли продвижение? Сложно сказать. Ну, если такой шаг делается, хотелось бы, чтобы все-таки был и второй шаг, какой-то результат. Мы надеемся на лидеров Франции, Германии, на то, что они скажут свое слово, что все-таки они еще не отвернутся от Украины. Украину ведут к большому обману. Во-первых, нормандская встреча назначена на 9 декабря. В России в этот день празднуется День защитников Отечества, бывший праздник георгиевских кавалеров. А Россия, как мы знаем, достаточно сильно любит всякие символы. Поэтому я думаю, что исход переговоров определен на пользу Российской Федерации. Во-вторых, мы понимаем, что возвращение Донбасса – это очень трудоемкий процесс, и в том числе Зеленский должен требовать от международного сообщества компенсации или каких-то программ развития оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, иначе это все падет на нас грузом. К сожалению, мы видим, что в турборежиме должны принять какой-то закон. В СМИ были упоминания о том, что этот закон должны принять до 20 декабря. Какие будут его детали, непонятно. Путин уже успел сказать, что этот закон мы должны утвердить вместе с представителями ДНР и ЛНР. Извините, но ДНР и ЛНР на данный момент есть террористические организации. И в данном случае Путин просто старается сделать себе образ миротворца и таким образом в который раз показать, что их там нет. Так не должно быть. Если Зеленскому действительно угрожает каким-то полномасштабным вторжением, какой-то провокацией в стиле Грузии 2008 года, пускай он выйдет и расскажет нам правду. Потому что вот эти все колыбельные песенки, что с Путиным по телефону договорился, ничего не требовал и получил корабли, ну, не верим. Мы знаем, что такое Путин в международной политике, видимо, это не первый год. Ну, давайте перейдем к следующей теме. Президент Владимир Зеленский хочет разобраться со скандалом о судимости депутата от «Слуги народа» и его причастности к изнасилованию. Послушаем, что Зеленский рассказал о Романе Иванисове.
Я прочитав, що там є скандал. Знаєте, я хочу вам одразу сказати, завтра у мене будуть реальні дані. Я хочу розібратися, фейк це реально у нього є причетність до розслідування з приводу кримінальної справи, пов'язаної з зґвалтуванням. Я, дивіться, я можу ще раз вам сказати, якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра ця людина, я вимушу цю людину покласти мандат і піти з партії «Слуга народу». Сам народный депутат отреагировал на всю эту историю и написал пост в соцсетях. Щоб не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації. Офіс генпрокурора вже дав спростування озвученої відносно мене інформації. Замовники витрачають скажені гроші на брудну гру проти мене, не нехтуючи нічим, як ви всі помітили. Найближчим часом стане відоме прізвище замовника. Это заявление Иванисов разместил в Фейсбуке, впрочем, позже сообщение было удалено. Ну а вот председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что будут делать с народным депутатом Иванисовым в случае, если факт подтвердится. У нас позиція проста. Якщо це було, йому не місце в партії та фракції. Якщо цього не було, тоді ми його заберемо назад. Сьогодні ми від секретаріату фракції направляємо офіційні запити в ГПУ, в МВС, в СБУ щодо з проханням перевірити і надати нам всебічну повну інформацію щодо цього приводу. Уявіть собі, як пан Іванісов взагалі себе відчуває. Якщо це дійсно фейк, ну, дивіться, який, ну, його хтось гвалтувальником, да, обзиває. І якщо це не підтвердиться, це буде дуже образливо, правильно? Якщо це не фейк, ну, тоді всі ми кажемо, пан Іванісов, будь ласка, зі «Слугою народу» вам не одним шляхом. Пан Іванісов в Києві. Ну, ми не можемо, ми не позбавляємо. Я думаю, що ми будемо на нього психологічний тиск якийсь робити, щоб він склав мандат. Як вам от ця вся історія з Іванісовим? Ну, в данном случае можно назвать это таким емким словом, как залет для партии «Слуга народа», который показывает, что социальный лифт, когда очень поспешно набирали разных людей, кончился тем, что людей набрали посмешно. И сейчас Зеленский из этого получает проблемы. В то же время в этом скандале меня очень волнует то, что почему-то основной объем информации, в том числе о Иванисове, почему-то исходит потом от Андрея Портнова, который сегодня в своем телеграм-канале опубликовал документ о помиловании Иванисове и тем образом фактически подтвердил эту всю ситуацию. Поэтому у меня сейчас есть такое впечатление, что кто-то очень целеустремленно работает против центральной власти в Киеве, дискредитируя всех людей, которые там вокруг. И в частности, если мы видим, что человек имеет какую-то антироссийскую позицию или проукраинскую, скорее всего, против него будет или придуман компромат, или найдется что-то в прошлом. Сегодня в эфире телеканала АТР народный депутат «Слуга народа» Александр Качура рассказал, что ранее Роман Иванисов состоял в рядах партии «Батьківщина». Давайте слушать. Я хочу еще раз акцентировать внимание, что он был депутатом областного совета от партии «Батьківщина». Ага. То есть почему-то «Батьківщина» тогда, когда его выдвигала, тоже не проверила. Потому что у «Батьківщины» очень сильная служба безопасности, потому что она уже работает 20 лет, эта партия. Пан Михайло, ну что ж скажете? Вот говорит Качура с вашей партией. Я не являюсь членом партии, да, я член фракции «Батьківщина». Ага. Давайте последовательно. Вначале были кнопкодавы. «Слуги народа». Они не понесли наказание. Потом был проблемный вопрос у господина Яременко. Он не сложил мандат. Он остался председателем комитета, да, по иностранным делам. Потом пан Арахамия пришел на комитет энергетики, где я являюсь членом этого комитета, и попытался руководить заседанием на комитете, поддерживая Геруса, когда они протягивали закон об албандинге, то есть разделении газотранспортной системы. Дошло до того, что Рахамия сказал: «Кто за? Подняли руки, там все прочее». Я говорю: «Вы кто такой? Вы откуда пришли? Идет заседание комитета, а вот сидит Герус».
председатель комитета, он имеет право ставить... Ну, вот так плавно отошли от вопроса. Я просто хочу, подождите. Вина Батьковщины все-таки в этом есть, как вы думаете? То, что в свое время в Батьковщине вот об этом не говорили, не вспомнили. Это надо, наверное, спросить у Батьковщины. Ну, всяко ближе будете все равно. Вы хоть я спрошу, я только об этом услышал и сегодня поинтересуюсь, позвоню своим коллегам, может, кто-то знает больше информации. Но это разве оправдание, что вот он был в Батьковщине, но вот он сейчас наш депутат. Он не был депутатом Верховного Совета. А кем он был в Батьковщине? Если можно, я тоже добавлю. Это называется, депутатом областного совета. Это называется перевести стрелки. Когда появился скандал «Слуги народа», они вспоминают что-то, что было в партии «Батьковщина». А. Напомню, что долгое время партия «Батьковщина» была именно оппозиционной, и туда шло большое количество людей, которые не были довольны курсом Ющенко или Януковича. В том числе, не исключая, что некоторое число политических авантюристов записывались в эту партию, потому что она имела хорошие рейтинги и была далеко не последней в политике. И поэтому, конечно, что кто-то мог попасть в эту партию. Если этот человек не баллотировался и не имел мандата, то какие вопросы к Батьковщине? Вопросы должны быть к той партии, по спискам, которой он прошел Верховный Совет сейчас. Безусловно. Давайте перейдем еще к одной теме. Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина якобы переписку, с которой выложил пранкер Джокер, заявила, в пятницу выйдет к прессе. Я дуже прошу усіх, і особливо ЗМІ, не розповсюджувати сексистські закиди і фейки щодо мене. Зараз знаходжуся у відрядженні з робочим візитом і не маю змоги активно реагувати на все це. У п'ятницю буду готова відповісти на всі запитання преси і зробити брифінг. Во время визита президент Вачак в журналісти спросили, читает ли тот Джокера. Вот что Зеленский ответил. Я не знаю, хто це просто. Мені складно. Зараз стільки фейків в інтернеті про все пишуть. Пам'ятаєте, коли у мене була президентська кампанія, що тільки про мене не писали? Все це неправда, ви бачите. Тому я не знаю. Я не знаю, хто такий Джокер. Може, він серед нас навіть зараз. Може, бути серед нас, він сказав. Це намек? Відшутився президент. Ну, вопрос касается государственного служащего высокого уровня. Я не говорю о президенте, я говорю о этой барышне. И она вступает в такие разговоры, она даже не понимает, где она находится. И какое дальше получит развитие. А сколько таких, которые Джокеры будут разводить? И какие будут последствия для государства или для... будут приняты какие-то другие решения? Он же не пощадил ее. Он ее просто развел, потом выставил дурой на всю страну. Это урок для всех нас. А вот действительно, это же вопрос национальной безопасности. Должны ли как-то реагировать правоохранительные органы на это? Потому что вот мы видим, пранкер, да, Джокер в данном случае может взять и развести замминистра. И до этого, да, мы видели кучу нелепых ситуаций, в которые попадают нардепы. Прежде всего, это вопрос к тем людям, которые сидят в депутатских креслах, и тем людям, которые занимают должности. Потому что есть банальная информационная безопасность, доверять или не доверять. По крайней мере, просто звонить с человеком, встретиться, никто этого не отменял. К сожалению, технология телеграм-канала в Украине начала несколько месяцев уже развиваться. Перед Джокером появилось несколько каналов по типу «Легитимный», «Крокодил» и так далее. И это очень похоже на ту сеть, которую создавали в свое время русские политтехнологи у себя в России, когда были созданы «Незыгарь», «Футляр от виолончели» и другие телеграм-каналы для слива информации. Я не знаю, есть ли российский след в этом, но я думаю, что эти сливы пока что очень вредят центральной власти Украины. И понемногу нас подводят под какое-то пособие кассетного, подобие кассетного скандала времен Леонида Кучмы. Напомню, что тогда майор Мельниченко публиковал пленки, фактически первый слив. И ценой этой пленок были не только выступления против Кучмы, которого подозревали в убийстве журналиста, но и прежде всего расследование по поставке кольчуг в Ирак. И это привело в свое время к международной изоляции Украины, Кучмы. В это время набрал сил Медведчук, который фактически управлял страной. И я очень остерегаюсь, что последствия могут быть такими. Я прогнозирую, что следующий шаг, что фактически сейчас под мишенью все депутаты «Слуги народа», потому что это партия большинства, которые могут иметь проукраинскую позицию или же позицию, направленную на реформы.
Это может быть глава налоговой службы Сергей Верланов, например, который сейчас борется с тенью в спирте. Это может быть Макс Нефедов, который сейчас разруливает тему с пропагандой. И все эти люди сейчас под мишенью. Пане Михайло, вот я у вас хотела спросить, кому это выгодно? Я не знаю. Я не знаю. Действительно, мое мнение, что спецслужбы должны знать и сказать нашему обществу, и по этому случаю, потому что речь касается государственных служащих. Угу. Они молчат. Возможно, это выгода нашим спецслужбам или нашей центральной власти для того, чтобы мы это вживали, чтобы мы об этом говорили, чтобы мы там где-то закрыли себе рты и боялись уже дома разговаривать. Сложно сказать. Можно просто домысливать и говорить свою точку зрения. Но подтвердить что-то мы не можем. Вот продолжая тему монобольшинства и партий, появилось сообщение, что партия «Слуга народа» официально не нанимала на работу ни одного человека. Об этом говорят в Комитете избирательной Украины, ссылаясь на отчет политической партии. Чего вы смеетесь? Давайте сначала послушаем цитату, а потом обговорим. Відповідно до звіту «Слуги народу» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, в політичній партії офіційно не працює жодної особи. Так, у графі «Працівники складу апарату партії» вказано цифру 0. Для порівняння, у Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» офіційно працює 73 особи, в «Європейській солідарності» – 46, у «Голосу» – 3, «Радикальній партії» Олега Ляшка – 20, «Самопомочі» – 264. Вот сегодня в нашей студии был депутат от «Слуги народа» Александр Качура. Он являлся адвокатом партии «Слуга народа» и сказал, что со своей командой работали бесплатно. У него конверты не выпали зарплатные, да, только зеленого цвета. Коррупция и конверты. Говорит, нет. Ну говорить-то можно, а совесть у него есть. Ну что, тогда мы все простаки, и все украинцы, и те, кто сейчас смотрит эту передачу. Так и, а за что живет он? Пусть декларацию свою покажет. Или он раньше заработал деньги? Да, молчал бы уже. Зачем? Ну, мы говорим о незадекларированном труде. А придет время, людям надо пойти на пенсию, кто-то заболеет на больничный. Ну вот, что касается слуги, вообще здоровье. Может ли быть такое, что вот монобольшинства, да, в партии нет ни одного сотрудника? Помните, была такая программа «Рассмеши комика», и Владимир Зеленский вел, и там припев был «Сделай мне смешно, сделай мне смешно». Они только что сделали смешно. Рассмеши смешно. Они нереально рассмешили. Вот я бы там им призовой фонд дал какой-то, Зеленский, и выдавал 1000 гривен. Вот на 1000 гривен они насмешили. Партия, которая есть большинство, даже не имеет на зарплате бухгалтера, который дает отчеты в НЗК, не имеет юриста, не имеет секретаря. Ну, это обман. Там они делают публично, и деньги дают публично. Да, нет, они говорят, что там работают волонтеры. Никто никому не платит. Тогда Божьим духом. Пан Качура говорит, что он работал на волонтерских условиях. Знаете, да? Мне кажется, что после этих новостей кто-то, скорее всего, господин Корниенко, который исполняет функции председателя партии, сегодня получит по шапке. А партии «Слуга народа» надо будет, как в том анекдоте, или трусики снять, или хрестик одеть. Раз уж мы заговорили о деньгах, давайте продолжим тогда эту тему. Обучение для новоизбранных народных депутатов Трусковце обошлось «Слуге народа» в 10 миллионов гривен. Так посчитали в общественном движении «Честно», ссылаясь на данные финансового отчета партии. Організовували навчання майбутніх нардепів через «Товбальнеотур», що отримало за свої послуги понад 7,7 мільйона гривень. До цієї суми входять і витрати на проживання. За послуги Київської школи економіки «Слуга народу» сплатила майже 2,1 мільйона гривень. Ще 145 тисяч гривень партія заплатила «Укрзалізниці» за проїзд. Вартість тижневого навчання, трансферу, проживання і харчування в розрахунку на одного учасника становила приблизно 38 тисяч гривень. Ну вот как-то так, 10 миллионов. А вот как вы думаете, это соизмеримо с тем, что, чему их научили? Вот так. Не могли научить чему-то за такой короткий период. И, очевидно, это было целью собрать всех в кучу, посмотреть на них, посмотреть их поведение,
приобщить к каким-то командным правилам игры, отношений. Признакомились. Завязали какие-то служебные романы. Еще что-то. Ну, всякое. Это все житейское. А на чей счет? Вот, собственно, у меня главный вопрос не то, сколько потратили, а за какой счет. Если партия легально нашла спонсора, эти спонсоры легально заплатили или членские взносы, или завели на партийный счет деньги, они есть среди бенефициаров, тогда, пожалуйста, тогда нет, все прозрачно. Нет. А если нет, тогда, друзья, это фактически нарушение, это может расцениваться как коррупционное действие. Петро Охотін, політичний консультант, а також Михайло Волинець, народний депутат фракції «Батьківщина». Дуже дякую вам. А я вынуждена завершати цей блок і ефір телеканалу АТР. Продовжує «Прайм». Не переключайтесь, Коршкенді. В 1521 году состоялся масштабный поход на Москву.